Всем привет, с вами Ice Frog. Я играю в Alan Wake American Nightmare. Это третий выпуск для автомобилей. Сейчас игра загрузится, и мы начнем играть. В дальнейшем вообще будет, кроме Need for Speed и игр, которые играют фанни, это в основном онлайн игры, это стратегии, будет в основном хоррор. Ну, начнем. Пошли. Машина. Ну что, я хочу с ним потрахаться, что ли? Подними ключ. И генератор нужно поднять ключ. Где у нас ключ? Помнимся. Скриптик.
полегче. И что это за хер? Рубашек вы нужно взять. Да что такое? Нужно пополнить жизнь. Кто помнит жизнь, кто смотрел первый выпуск, жизнь пополняется от фонарика. То ли аптечка. Можно. Так, я не так пошел. А, вот там есть лестница.
Thank you.
Переходим. Бля, куда я нашел? Ух, нихуя себе. Выебенило. Там бежим какая-то топливо. Выходим. Так, капец, выходи. Так, капец, заходи. Вот теперь с другой стороны. Или как? Нет. Так. Так, я поднимаю. Так, ну сосредоточиться, как я выходил. Нихуя себе машина. Судя по всему, нужно проходить через вот эти. А, и что? Так, вот выход. Ух, неужели я вышел? You have no idea how badly you're screwed. It's gonna be a blast to watch you find out. Что это за звук? Мне вроде сразу. Ах ты пидор. Иди сюда. Короче, наши зрители, прошу вас прощения за технические неполадки. Это как бы будет мини-выпуск. В следующем как бы выпусках я досниму это видео полностью. Я сначала эту часть выложил, а потом вторую, это будет две части. Что извините, в скором времени будут у нас очень технические серьезные проблемы, так что извините, пожалуйста. Всем пока, с вами был Айсфорд.